Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Олеся, я рада видеть вас на моем канале. Продолжаю знакомиться с магазинами брендовой одежды с AliExpress. И сегодня поговорим о магазине T-Inside. Я заказала там себе несколько вещей, давайте подробно поговорим о них. Всем желаю приятного просмотра. Сразу скажу, что все вещи, заказанные мной, подошли мне по размеру, то есть размерные сетки везде правильные. Свои параметры я оставлю в описании под видео. Единственное, что некоторые вещи сидят более в обтяжку, некоторые более свободно. Сейчас подробно расскажу о каждой. Начался мой заказ в данном магазине с очень красивого бандажного черного платья. Вы могли видеть его на мне в прошлом моем видео. Заказом этого платья я осталась очень довольна. Оно полностью соответствует своей картинке, своему описанию. Оно очень хорошего качества, ткань здесь очень плотная. Оно хорошо утягивает, хорошо держит фигуру. Как вы уже видите, сидит это платье на груди. Здесь нет никаких бретелей. Очень понравилось, что внутри находится силиконовая лента, то есть эта лента приклеивается к телу, платье у вас никуда не денется, не спадет. Также на платье присутствует фирменный ярлычок, фирменная этикетка. По форме это платье футляр, оно до середины икры. Очень четко здесь выражен силуэт. Хорошо оно утягивает талию, хорошо подчеркивает округлость бедер. На груди здесь полосочки перекрещиваются, а под грудью все полосочки горизонтальные. С обратной стороны платье выглядит так. Здесь все полоски ткани горизонтальные. Во всю длину имеется две вертикальные полосы. Также на платье присутствует молния до середины платья. Она потайная. Сверху над ней находятся два крючка. Я это платье заказывала в размере S, сидит оно на мне в обтяг. Если у вас чуть большие параметры, то обязательно заказывайте себе уже размер M. Давно я хотела заиметь в своем гардеробе теплый кардиган, который можно носить и как пальто в прохладную погоду. В данном магазине я нашла себе то, что хотела, причем по абсолютно адекватной цене. Этот кардиган действительно очень теплый, он из довольно крупной вязки, красивого серого цвета с желтыми вкраплениями. Размер данного кардигана один, на мои параметры он подошел прекрасно. Также подойдет и на большие параметры, поскольку на мне он сидит свободно. На нем также присутствовали фирменные ярлычки. Фирменная бирка. По длине он на мой рост 162 сантиметра, мне чуть выше колена. Связан он изнаночной вязкой. На рукавах присутствует вязка резиночкой. По низу также вязка резиночкой. По вороту и по борту проходит вязка косичкой. Также на кардигане присутствуют очень удобные карманы. У нас уже сейчас наступили 20-градусные морозы. Я надеваю его под пуховик, на какую-то хлопковую футболку. Мне в нем очень тепло, очень комфортно. Я по улице передвигаюсь спокойно, совершенно не спеша, как делают другие из-за холода. Также весной в качестве пальто буду носить его с удовольствием. Кто-то любит дома носить такие вещи, опять же, в холода. Спинка у этого кардигана абсолютно классическая, также связана изнаночной вязкой. В последнее время стали очень популярны тоненькие пуховые курточки, которые практически не имеют веса. Многие дорогие магазины стали продавать такие куртки. На AliExpress в данном магазине я также нашла такую куртку по совершенно смешной цене по сравнению с обычными магазинами. Эта курточка на самом деле очень тоненькая, она очень легкая. Отличается она тем, что ее с легкостью можно сложить и поместить в данный мешочек, который присутствовал в комплекте с этой курточкой. Внутри у нее действительно имеется натуральный пух. Причем, когда она только пришла ко мне, она в сложенном состоянии была очень-очень тоненькая, просто вот как бумажечка. Я так удивилась, потому что в описании она была более дутая. Как раз в описании было написано, что
внутри присутствует пух. Но после того, как я ее достала из пакета, немножко растрясла, она как раз приняла свою форму, стала такой более пухленькой. Эту куртку на свои параметры я заказывала в размере M, она мне идеально подошла по размеру. Продавец предлагает нам огромную палитру цветов этой куртки. Я очень долго думала, какой же цвет мне выбрать. В результате выбрала такой классический синий цвет. Здесь на этой куртке указан размер. Также на нем присутствуют фирменные этикетки. Покрой этой куртки совершенно классический. Мне, в принципе, это и нужно было. Мне не нужны были какие-то навороты, какие-то элементы лишние. Замок у этой курточки хороший, достаточно надежный. Он также синего цвета. Воротничок здесь стоечкой, что очень удобно в прохладную погоду. Рукав здесь вточной. Спинка курточки выглядит так. Очень радует, что на ней присутствуют выточки, то есть она сидит приталена. Также выточки присутствуют и спереди, и по выточкам находятся потайные карманы. Достаточно глубокие. В общем, качество ткани, качество пошива, нет ни единой претензии. Все очень ровно, очень хорошо покроено. Куртка абсолютно симметричная, абсолютно соответствует своей картинке, своему описанию. Очень удобная вещь на любой случай жизни, если вы собираетесь на какую-то прогулку или в какую-то поездку. И вы страхуетесь от перемен погоды, можете положить ее в этот мешочек, закинуть в любую сумку, даже самую маленькую сумочку. И несмотря на то, что она очень тонкая, она действительно достаточно теплая. Также материал у нее водонепроницаемый, так что в любой дождь, в любую влажную погоду она также станет вашим спасением. В данном магазине мне понравилось очень интересное платье, красивого покроя и интересной расцветки. Очень захотелось его себе заказать, тем более цена его более чем позволяла это сделать. Заказала я его на свои параметры в размере M, оно мне очень хорошо подошло. Мне понравилось, что платье сверху приталенное, на груди у него присутствуют выточки. Дальше по талии такая горизонтальная вставка, подчеркивающая талию. И юбка этого платья сшита так расклешенно. Ткань здесь довольно плотная, юбка очень красиво смотрится. Хорошие ровные швы у этого платья, не нашла я здесь ни одного кривого шва. Хорошо обработана пройма. У горловины, кстати, присутствует внутренний потайной шов. И отделка его тоже очень хорошая, очень ровная. Спинка платья выглядит так. Здесь до середины платья присутствует потайная молния. Также горизонтальная вставка. На спинке также присутствуют две выточки. Приятно порадовало, что с внутренней стороны материал платья выглядит так. Он красивого красного цвета, так что если где-то платье загнется, то смотреться это будет тоже очень интересно. Внутри у платья присутствует такой тоненький, полупрозрачный, очень нежный подклад. Внутренние швы как подклада, так и самого платья абсолютно ровные. Очень понравилась мне в этом магазине кожаная курточка, решила ее себе заказать. Кожа здесь, конечно, искусственная, но она хорошего качества, очень плотная. Поверхность у нее прям такая однородная, очень напоминает натуральную кожу. При моем сейчас искусственном освещении она блестит, но на самом деле она не такая блестящая. Абсолютно мне понравился крой данной куртки. Во-первых, она приталенная, о чем свидетельствуют многочисленные выточки, как по переду, так и по спинке куртки. Здесь также много выточек.
Также мне понравился ее ворот. Понравилось, что он застегивается на кнопку. Замок у данной куртки металлический. Хорошего качества, очень мягко ходит. На собачке находится такой кожаный элемент. Эту куртку я себе заказывала в размере M. Она мне подошла, сидит, облегая. Дальше, что мне понравилось в этой куртке, это ее рукава. Они с очень красивой отделкой. Здесь вшиты манжеты. Здесь она прострочена такими вертикальными швами. Также понравилось, что по рукавам присутствуют такие же металлические замки, как основной замок. На них также на собачках такие же кожаные элементы. По локтям она так красиво горизонтально прострочена. Также прострочка у нее на плечах. По низу курточки также находится такой горизонтальный борт, такой же, как и на манжетах. У нее присутствуют два кармана, довольно глубоких. На ярлычке, кстати, этой куртки, как вы уже видите, написано «Золо». Подклад черного цвета из достаточно плотной ткани. Подклад хорошо, ровно прошит. Нигде здесь ни одного недостатка я не нашла. Также подклад очень хорошо вшит в саму куртку. Не оставляют меня равнодушной в последнее время бандажные платья. Я решила заказать себе в данном магазине еще одно. Здесь точно такой же материал, как и в первом платье, которое я вам показывала. Мне этот материал очень понравился. Фигуру он замечательно корректирует, прекрасно стройнит. Но, как видите, здесь совершенно другой фасон. И это платье коротенькое. К низу оно так красиво расширяется. Из-за того, что материал здесь плотный, оно так стоит красиво. Очень понравился здесь красивый V-образный вырез. Также понравились короткие маленькие плечики-рукавчики. И по юбке здесь уже не полоски, а здесь уже такие прямоугольники. Красиво так прострочен низ. И эти прямоугольники еще больше держат форму низа. Спинка платья тоже выглядит очень красиво. Здесь также V-образный вырез, глубже, чем впереди. Под этим вырезом находится потайная молния, которая вот здесь заканчивается. Над молнией присутствуют две пары металлических крючков черного цвета. Это платье я на свои параметры заказала в размере S. Оно замечательно подошло. Очень понравилась особенность данной ткани, то, что у нее закрытые края. Их не нужно как-то дополнительно обрабатывать швами. Поэтому края изделия очень красиво так аккуратно смотрятся. Также мне очень нравится, когда на подобных платьях присутствуют сзади вот такие вот вертикальные полоски. Придают они какой-то дополнительной изюминке платью. Ну вот и все, это видео подошло к концу, это были все покупки на сегодня, всех благодарю за просмотр, ссылки на все, что я сегодня показала, будут в описании под видео. Обязательно увидимся с вами в следующем видео, постараюсь не заставлять вас долго ждать, так что до скорых встреч!